Екатеринбург, 29 мая, РИА Новости, Ольга Ирачина. Бывший мэр Тюмени Александр Маор, назначенный в РИА губернатора Тюменской области, продолжит курс, начатый экс-губернатором региона Владимиром Якушевым, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь главы области Ольга Фролова. Назначение на пост губернатора Тюменской области для него было неожиданным. В настоящий момент он сосредоточен на оперативных задачах до проведения выборов. Подчеркнул, что он продолжит тот курс, те программы, которые были начаты прежним главой региона Владимиром Владимировичем Якушевым, сказала собеседница агентства. Президент России Владимир Путин во вторник назначил Александра Маора временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области, соответствующий указ размещен на сайте Кремля. Якушев 18 мая был назначен главой Минстроя. Маор – выпускник потока Высшей школы госуправления РАН ХИКС. Он учился вместе с нынешними временно исполняющими обязанности глав регионов, которым предстоят выборы в единый день голосования, 9 сентября 2018 года, Андреем Травниковым, Новосибирская область, Станиславом Воскресенским, Ивановская, Александром Цибульским, Ненецкий автономный округ, Глебом Никитиным, Нижегородская, Александром Бурковым, Омская, и Андреем Клычковым, Орловская. Решетка Александр Маор, решетка Тюменская область.